Всем привет, мои хорошие, с вами Светлана, и сегодня у нас обзор 18-го каталога Faberlic, последнего в этом году. Итак, поехали! Сразу на обложке у нас серия Be Royal. Я уже сняла отдельный ролик на эту линейку. Он выйдет следом за обзором каталога, поэтому останавливаться на ней не буду. Там все подробно, там все сможете посмотреть и увидеть. Не забываем, что у нас в этом каталоге будет интересная очень акция «Новогодний переполох». Период проведения с 11 по 31 декабря. Заходим на сайт каждый день, участвуем в мини-играх интерактивных, получаем промо-коды, промокоды на покупки. Очень крутая акция, надеюсь, будет что-то прям интересное и полезное, и что промокоды будут тоже такие, ну, классные. Очень много вопросов по поводу макияжа в последних роликах и в мини-роликах коротких на Дзене. Тени красивые, много комплиментов. Это вот эта палетка Faberlic. Она изумительная, просто изумительная. Она мега стойкая. Самая лучшая палетка теней Faberlic, могу сказать так. Поэтому смело обращайте на нее внимание. Она действительно его достойна. Сделайте себе или близким такой приятный подарочек. Может быть, к Новому году. Палетка действительно крутая. Мне до этого ни про одну палетку Faberlic не могу для глаз сказать такого. Так, дальше что у нас? Посуду несколько раз порывалась взять, чтобы снять вам обзор, но так и не была она доступна к заказу. Я все время, когда делаю заказ, ее уже то ли разбирают, она заканчивается. В общем, на нашем складе ее нет. Ультразвуковой аромадиффузор брать не стала. Потому что, ну, во-первых, цена зашкаливает, хотя дизайн безумно крутой, ну, безумно крутой дизайн, мне очень он нравится, но у меня есть увлажнитель, в который тоже добавляются масла, поэтому смысла в этом не вижу. Еще есть возможность успеть купить магнитики или кружечки на подарочки, дракончики, да. До Нового года успеваем с вами отправить еще заказ. Не оставляйте на последние дни, потому что, во-первых, вам придется ждать долго доставку, там потом новогодние праздники, да, пока они пройдут, пока доставят, особенно если вы почтой России, то там вообще не дождешься. Ну и пункты выдачи тоже берут себе в праздники выходные. Поэтому не откладывайте в долгий ящик заказ, лучше делать его в начале хотя бы до 20 числа, чтобы к Новому году все получить, да. Есть приятные желтые ценники, Мурмур достойная, кстати, водичка, можно тоже присмотреться, взять себе или близким на подарок. Цена подарка выходит смешная, а тем не менее каждому будет такое получить приятно. Ну, конечно, не забываем про маленьких модниц. У нас сейчас огромный ассортимент детской косметики по совершенно доступным ценам. Девочкам, я думаю, лет от 5 уже, она 3+. Ну, опять же, что любит ваш ребенок? Если он постоянно лезет в вашу косметику, есть смысл присмотреться и подарить вот такой вот мимимишный комплект. Вот этот, кстати, бальзам, это настоящий тинт, который очень тяжело потом и с губ оттереть, и с руки сволочь, мы с вами помним, да, в ролике. Поэтому можно брать и себе смело, кто любит такой вот розовый карамельный оттеночек на губах, это реально тин. То есть вы стираете бальзам, а губки остаются подкрашенными. Лаки, палеточка. Палетка, кстати, вот эти все помады разных цветов, они все просто прозрачные. Здесь пигментировано только средние три оттенка теней для век. Все остальное пигментации не имеет. Поэтому смотрите сами, думайте сами, нужно вам оно или нет. Так, что же у нас с вами еще интересненького в этом каталоге? Много разных скидок. Вот эту серию The Best очень люблю. Здесь практически каждый продукт достоин внимания, особенно праймера для губ, но его опять нет. Его, видимо, быстро разбирают. То есть, если у вас имеются какие-то несовершенства кожи, стоит присмотреться к праймеру, защитному праймеру под макияж. Еще у нас с вами здесь матирующий праймер для жирной кожи. И, слушайте, нет, для губ вот он есть. Он со скидкой у нас с вами 40, нет, он без скидки, со скидкой праймер для ресниц. Сыворотка тоже крутая, выравнивает рельеф. Ну, в общем, серия очень-очень достойная. Если вы все время ее пролистывали, советую прям задержать свое внимание именно на ней. Так, что касается декоративной косметики, рассказать вам о своих любимчиках, да. Хотелось бы очень этот каталог сделать таким новогодним, рассказать, что люблю, что не люблю, но это будет очень длинный обзор, а сейчас прям вот совсем не хватает времени заниматься именно этим. Если получится, я постараюсь
Именно новинки этого года, что мне полюбилось, а что нет. Потому что все остальное мы уже с вами обсуждали. Есть статьи в Дзене по любимчиках, прям подробные, по каждой категории товаров. У меня на ногтях сейчас вот эти наклеечки. Вот сердечко такое миленькое. Здесь снежиночки такие, звездочки. Здесь вот тоже снежиночки. И тут медведь. Красиво, мне очень понравились. Остальные палетки не рассматриваю, потому что, ну, такого плана не делаю маникюр, поэтому не рассматриваю. Потрясающее масло с Монардой для ухода за кутикулой вернулось к нам снова. Оно действительно быстро впитывается, как и предыдущая версия. Очень крутой продукт, обязательно берите. Монарда помогает и от грибка ногтей, и в лечении анихолизиса, поэтому такая штука должна всегда быть дома, мало ли. Будут желтые ценники на кисти, хочу немножечко обновить свои, взять. Все никак не получается, слишком много новинок. Я уже посмотрела первый каталог, и там, по-моему, вообще нет новинок, а если есть, прям две, что ли, где-то так. И как раз там вот можно взять уже будет все, что давно хотелось. Вот реально. Гидрогелевую маску пока не пробовала. Будет отдельный ролик на эту маску и на маску из серии Бироэл. Отдельный ролик, скорее всего, короткий ролик только в Дзен. Потому что так именно эти продукты мне удобнее всего снимать. Жемчужный крем для умывания. На него тоже будет отдельный ролик или пост, но сразу могу сказать, это дичайший восторг. Я никогда не думала, что крем для умывания может так умывать. Вот просто до скрипа кожа нереально, потом крутая и чистая. Это что-то с чем-то. Но мне не понравилось применять его по инструкции. Я наносила на руки, вспенивала на руках, а потом умывала кожу лица. Это безумно крутая вещь, обязательно попробуйте. Так, едем дальше. По зимнему уходу очень рекомендую присмотреться к серии куркума. Это нереально крутая серия. Мне здесь не нравится только дневной крем, потому что он содержит SPF фактор, а ночной безумно круто питает холу, кожу восстанавливает ее после холодов. Вот прям рекомендую. Ну, естественно, кислоты, без них никуда. На зиму изумительно просто подойдет вот эта линейка Эксперт. Пробуйте все потихоньку. Коллаген, круговая пластика, сыворотка с коллагеном, мезоботокс. Вот это все мега рабочий, имеет накопительный эффект и на зиму подходит просто идеально. Что нам еще с вами подойдет на зиму? Гардерика в баночках для более сухой кожи, гардерика в тубе для более такой, ну, нормальной, жирной. А так, по сути, они все круто работают, но в баночках, конечно, это прям такая артиллерия потяжелее. Там интенсивное питание, интенсивное увлажнение, разглаживание морщин. В баночках прям вообще супер. А серия Блум мне не нравится, так же как и Вербена, но слабовато. Слабовато и практически не то, что слабовато, а я бы сказала даже никак. Для волос классно и на зиму, и в принципе вот эту линейку прям просто обожаю, полюбила любовную любовью. Но все равно чередую ее с другими шампунями, потому что накапливает в себе волос вот этот ламинирующий компонент. И слегка начинают терять объем, если постоянно пользоваться только ей. А если, ну, пару-тройку раз пользоваться, потом какой другой шампунь, волос у корней вообще не теряет объема, несмотря на то, что эта серия заявлена как ламинирующая. Я уже слышала безумное количество положительных отзывов от разных консультантов, разных структур именно на эту линейку. И все, кто пробовал, прям в дичайшем восторге. Поэтому, если вы пока еще не взяли, прям очень-очень-очень рекомендую. Что у нас еще с вами интересного в каталоге? Помимо всяких скидочек, какие новинки мы еще с вами не обсудили. По поводу детских бомбочек уже говорила, но мало ли, может, кто не видел, повторюсь. Бомбочки имеют один артикул и приходят рандомно. Возможно такое, что вы закажете 8, и вам придут 8 одинаковых. Реально, это тоже возможно. Это зависит исключительно от того человека, который будет забирать ваш заказ на складе. Поэтому, да, у нас с вами в первом каталоге выходит еда. Нет, в каком в первом? В этом каталоге у нас с вами выходит еда.
Сейчас, да, сейчас мы до нее доберемся. Я уже запуталась в каталогах, когда ты VIP-консультант, и тебе много чего доступно раньше, чем обычному консультанту. В голове действительно каша. Вот действительно каша в этом каталоге. Она была недоступна, эта еда, просто к VIP-заказу. Но мы с вами обязательно ее возьмем. Надеюсь, она будет у вас доступна на момент действия заказа. Термокружка. Отзыв по термокружке. Она великолепная, она классная, она красивая, она суперская. У меня дочь ее берет с утра, когда идет в школу. То есть это 7:30 утра я в нее наливаю чай горячий, закрываю. Она кладет в портфель, она идет по сильному морозу в школу, находится в школе, потом еще сидит на продленке, идет на тренировку на открытый воздух, на каток. Конькобежным спортом занимается. Там она попивает этот теплый чай. После тренировки, это уже часам к 5, он еле теплый. А вот когда она еще приходит туда, полтретьего, то есть это много часов, это больше 6 часов, 8, 9, 10, 11, 12, час, 2, 3, это 7 часов. Он еще горячий, то есть такой горяченький. Ну и в школе, соответственно, он тоже горячий, прям огненный, она его там первые уроки вообще не трогает, не пьет. Вот, поэтому держит тепло, вещь классная, вот так на прогулку куда-то на горку с детьми пойти кататься, взять с собой такую кружку, налить туда себе горячий кофе, возможно, даже с коньячком. Прекрасно, просто прекрасный прием. Лесно. По грелкам обязательно берите, кто не пробовал такой продукт, у кого мерзнут ручки, ножки дома, на улице, да где угодно, вещь рабочая, они одноразовые, то есть вы вскрыли упаковку, использовали, они перестали отдавать тепло, отдают ее, они его, ну, в течение часов 10 точно. Но если на сильном морозе гулять, может быть, и поменьше. Перестали отдавать тепло, все, мы их выкидываем, они повторно уже не работают. Скидки 40% будут на прокладки, будем запасаться с вами. Так, посуду я пролистываю, хотя хотела обновить ковшик, но вот тоже все по баллам никак. Собираю такие огромные заказы для себя, и прям очень круто получается. Надо как-то немножко поумерить пыл. На подарочки обязательно присмотритесь к арома саше, потому что до сих пор на моей кухне витает аромат кофе, хотя прошло уже больше месяца, висит, и я его действительно ощущаю. Так, по корейской линейке для дома ролик уже вышел. Вы его уже должны были посмотреть. Там все отзывы свои оставил, но в каталоге ее пока все равно нету, да? Но отзывы уже свои оставила. Так, календариков действительно 4 у нас в ассортименте, а я взяла только 3. Новые пакетики, все я это вам в обзоре заказа показывала. Классные, изумительные, суперские. И бальзамчики с блесками вот эти тоже понравились, девчонки, они не липнут. Поэтому прям вот понравились. Все остальные бальзамы и блески 100%, я мимо них прям всегда прохожу, потому что не люблю, во-первых, текстуру блеска, а во-вторых, они все липли, волосы липли. Серия «Зима» обязательно к рассмотрению, потому что крутой состав и действительно спасает в морозы. При выходе на улицу можно щечки и детям мазать. Я вот Крис мажу 2,5 года, все отлично. В этом каталоге нам еще с вами дают купоны, которые мы будем расходовать в первом. Не забываем об этом. В 17-18 каталоге мы их собираем за каждые 999 рублей по каталогу. То есть фактически цена будет меньше, дают купон. То есть когда оформляете заказ, смотрите, может вам там 10, 15, 20 рублей, 50 не хватает до лишнего купончика, чтобы потом его израсходовать. Да? И вот, собственно говоря, новинки, которые я очень жду и хочу попробовать. Но соль полезная с магнием, с пониженным содержанием натрия. Мне кажется, это та же самая соль, которая была в розовой такой же баночке. Но посмотрим. И кетчуп. Кетчуп у нас с вами из помидоров черри. Обновляется дизайн. Господи, как я люблю вот этот мятный цвет. Вы просто себе представить не можете. Хотя уже, наверное, можете. Кто смотрит меня в Дзене, прекрасно знают об этом. Из помидоров черри возвращается. И у нас с вами он будет 99 рублей. Я возьму, наверное, 10. Слушайте, сейчас опять разберут и не будет его. Паста 55 рублей. Возьму несколько штук. Ну а что? Здесь 4 злака из цельного зерна твердых сортов пшеницы, ячменя и ржи. Но это просто великолепно, поэтому, конечно, буду брать и возьму много. Не обижайтесь, потому что я знаю, что все сейчас разбирают. Ну и подарок новичкам за регистрацию будет вот такой-то термокружка и потрясающий сбор антистресс. Сборы у Фаберлик просто великолепные. Замечательный, я считаю, подарок, поэтому кто не зарегистрирован, ссылочка всегда под видео. Welcome. Ну и на этом все, мои хорошие. Всех люблю, целую. Всем пока-пока.